Приятно познакомиться, я тут новый охранник по позывному Пылинка. Карлик, иди сюда. Залезь. О, парни, тут пачка патронов есть. Кому-то надо? Вообще я хочу на втором этаже жить, подкиньте. Пылинка! О, вот это вообще, это двухкомнатная, для богатых. Дай ключи от дома, у кого? Кто мог открыть? Да. Спасибо. А лучше не вылезай оттуда, Все, это мой охраняемый участок. Все, если что, я туда забегаю, короче, в случае опасности. Ах вы, блядь, вы что сюда пришли, а? Что сюда пришли? Ну-ка, марш отсюда! Вот и опасность настала. Ну все, парни, удачи вам не сдохнуть. Я как? А я в безопасности, я в домике. Охрана-то, блядь, твою мать! Блядь! Черт! Бомбоубежище! Эта тварь ушла? Че, живой? Стой. Да, давай ко мне в дом, давай. Я уверен, ты поместишься. Цыган, прыгай ко мне, прыгай в хату ко мне. Давай, я думаю, ты поместишься, если я подвинусь. Стрим. Все, я закроюсь, короче. Что там, как оно, обстановка? Патроны с потолка падают. Понимаю. И не такое бывало. А в интернет-магазине «Читай город» вы найдете огромный выбор крутейших книг, артбуков и даже манги на самые разные фандомы и темы. Вас ждет бесплатная доставка к ближайшему розничному магазину «Читай город», простая система лояльности и даже книги с автографами авторов. Вы легко сможете найти здесь того же человека, бензопилу, One Piece и даже роман «Поднятие уровня в одиночку», который расскажет об альтернативном мире, в котором начали открываться магические порталы, ведущие в иную реальность, заполненную монстрами. Последним противостоят охотники, люди, что получили после появления порталов магические силы. Главный герой Сун Чин, самый слабый охотник во всем мире, в одном из походов теряет всю свою группу, оставаясь единственным выжившим. Загадочная система выбирает его в качестве своего игрока и дает ему редкую способность повышать свой уровень. Книга расскажет о дальнейшей судьбе героя и о том, сможет ли он стать сильнее и помочь в защите своей страны от магических чудовищ. Вы можете как заказать уже вышедшие манги и книги, так и оформить предзаказ, получив желанное произведение в числе самых первых, как только оно поступит в продажу. Кстати, по промокоду AMSERG вы получите шикарную скидку целых 20% на все книги, кроме предзаказов. Промокод действует с сегодняшнего дня по 3 марта. А ссылка на промокод и магазин будет в описании. Люди, меня слышно? Да, слышно. Я вас выведу отсюда. А я тут и так неплохо живу. Я робот. Ты робот-долбоёб? Нет, что 49, возможно, агрессивен. Всё, я умер. Купец. Ты живой? Да, я живой. Я в этом, я спрятался в своих хоромах. Бомбоубежище мне тут. Ой, я тут смотрю, автомат есть. И быстро в хату. Опа. Я еле его затащил, этот автомат сюда. О, все, тут мои хоромы. Я тут буду сюда весь лут свой складывать, все добро нажитое. Очень большая опасность. Все, я понял. Блин, мне тут ствол застрял. Но безопасности, нос. Все, я умер. Блин, надурил, мудак. Передаю сообщение, что 049, возможно, агрессивен. Кыш от дома моего, кыш, вали отсюда, я тебе больше не открою. Серебонька! А ну стоять, шмалять буду, шмалять. Остаюсь. Все, шмалять буду, а ну, ушли с моего дома, дайте. Успокойся, белочь. Блин. Так, давайте я все сейчас сделаю. О, давай, пошел. Так, значит, блять, я достать не могу. Сука. Ну вы тыкните, пожалуйста, ну проблема такая, да, с ростом. Я могу в сторожке жить, в ячейке для хранения вещей. Понимаешь? Слышь, там что-то есть, я просто не вижу. А класс как-то J-класс и фонарик. Дай мне фонарик, дай мне фонарик. Так, осторожно, ты чуть меня не убил нафиг. Спасибо. Прошу прощения. Ха-ха-ха, Кэрикэт. Псина! Псина, ой, псина, да. Парни, псина. Давай, сюда. Да, давай спрячемся в лайк-зоне. Псина, зажимай! Да, так! Молодец. Я бы не достал. Ты понимаешь, я на один укус. Вы отпускайте нас потом, спокойно? Либо мы все тут подрываемся. Как кинь гранату. Вы... Последнее предупреждение, кидай гранату нафиг. Взрывай! Нет! Ложись! Не понял. Не, кыш от моего магазина, я патронный барон. Сталкер, тебе продать что-то?
А можешь фонарик подать? Ща. Да, я местный продавщик, что тебе продать? Дай мне пучку. Дай мне пучку. Пучку. Не, пучку нема, нема пучки. Есть подарок. Дай рацию, дай рацию. Вон, на держи. Рацию, на, вот, держи. Ты с ней одинакового роста. Каков? Купец. Ты мне весь бизнес обосрал, мудила. Ну чё, сиди, иди, сюда, 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 сюда. Блять. Я уж испугался. Тут дед пришел, мне весь бизнес обосрал, а тут людям... Понимаешь ли, продавал тут всякий ништяк. Типа, ты патроны? Патроны, хочешь, могу подогнать тебе к чему? Не, не надо. Так, предлагают сюда выбираться, тут бизнес уже обоссан. У нас еще плюс 049 тут есть. А, ну меня нету. Блин, ёба. Перила, перила слишком большие. Ебать. Там, короче, 106. А как ты перенесся, блять? Да я, короче, выпал и, ну, успел схватиться пальчиками, понял? Стоять лицом к стене быстро, давай. Все, стою. Блин, лицо. Вы что здесь? Кто таракана убил? За нами, быстро. А где он? Ты вот за мной. А иду, не наступи. Не, я тут буду, короче, заниматься оперативной деятельностью. Кстати, там нам говорили, что тут эта техника сломалась, и может починишь? Не, это по фиксикам, я не из этого отряда. Да вроде похож. Фиксики меньше примерно в полтора раза. Я оперуполномоченный, так сказать, сотрудник Пылинка. Полезай в карман. Давай, открывай, прыгай. Жила. Да. Карман. Побежали. Хорошо, пойдем, можно. У нас сейчас задание такое, нам нужно найти карточку, что откроет вот эти хором, а они в два раза больше. Окей, сейчас все сделаем. Все, это наша задача, так сказать, на текущий день. О! О, хай, Марк. Господи. Меня укусили. Что? Отстань от меня! Кыш! Кыш, нафиг! Я в домике. Парни, я тут под столом прячусь, 939, спасите, заберите меня. Вышлите за мной группу этого, эвакуации. Спасите меня, спасите, выведите меня отсюда. Мужик. Капец, что ты принимал? Походу, аптека, были палёные. Там жопа какая-то. Всё, короче, я нафиг, я всё. Давай, за мной, на эвакуацию. А не может никто в офисы прийти? Тут просто шкафчики, а я не могу достать вещи. Я иду на помощь. Да. Что там есть, что там нужно, что? Хорошее? Там это... Ну, на самом деле нет, как тут есть это. А, ну и ладно, пойдем тогда. Бегите! А что такое? Там жопа. Там кто? Пиздец. Я, правда, перед своими дверь закрыл. Блин, нафиг ты это сделал? Вот мне теперь точно срака. Объясни свою маленькость. Не буду объяснять, сам иди. Сам найди этому рациональное объяснение. Не трогай меня! Отстань! Док, давайте по-доброму, Уйди отсюда! Пошел нафиг! Standing here! What? Док, я сейчас шмалять буду, прекратите! Отпусти меня! Господи, я тут в лаборатории, там где 939, за мной док гоняется, я под стол залез. Спасите меня нафиг. Я за мусоркой спрятался. Вот я тут, я за мусоркой прятаюсь. Тут 49-й, агрессивный. Все, я тут жить буду. Я буду жить тут. Бра. Да ну. Я тут буду прятаться. Хоть, иди ко мне, лезь ко мне, залезай. Не могу, я маленький, но не настолько. Да причем маленький, догнись просто, дурак. Могу. Блин, тебе со спиной что? Ладно. Ёб, посмотрите. Да, бежи. Беги, не оглядывайся. Кидаемся, прыгаем сюда. Какие себе сбежали? Зомби, 49-й, 939. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки и колокольчик, и комменты обязательно.